Ja sam pješa etera. Лавакар, добрый вечер. Сегодня у нас встреча. Встреча с очень интересными людьми. Встреча с людьми, которые много что, если можно так сказать, пережили. С большим опытом в политике, большим опытом в оппозиционной политике. Также с большим, огромнейшим опытом в политике большой, а конкретно в польской политике. У нас сегодня в гостях Ольга Литвиненко, которая является бывшей депутатом парламента Санкт-Петербурга и которая сама на себе почувствовала, что значит кремлевские методы против инакомыслящих и конкретно ситуация с людьми, которые очень приближены господину Путину. И также господин Ryszard, который является бывшим министром внутренних дел Польши, также 4 или 5 разов депутатом Сейма, парламента Польши, также шефом канцелярии президента Квашневского. Это не первый раз, когда госпожа Литвиненко в Латвии. Последний раз мы встречались в парламенте, также с министрами по ситуации конкретно ее личной, я бы сказал, трагической ситуации. И вот теперь снова, Ольга, вы в Латвии. И, может быть, тогда передаю уже микрофон вам, чтобы понять, насколько далеко все продолжается после последнего вашего визита. И как сегодня у нас уже было сказано, сегодняшняя тема, как далеко кремлевская рука достигается внутрь, в середину Европы. Пожалуйста. Ну, Яня, спасибо огромное. Действительно, это уже не первый раз, когда я имею возможность выступить и рассказать, прежде всего, о своей истории, своей ситуации, достаточно трагической, а также рассказать о том, как крупные корпорации, такие как Фосагро, такие олигархи, как мой отец Литвиненко Владимир Стефанович, который является совладельцем Фосагро, напомню, это та компания, которая котируется на London Stock Exchange, на лондонской бирже, пытаются оказывать влияние и делают это весьма успешно на европейскую политику, нарушается целостность Европы, нарушают, так сказать, национальную безопасность, используя совершенно различные механизмы, как правовые, так и абсолютно неправовые, которые стоят за границей права, я бы даже сказала, вот за границей добра и зла. И один из наглядных примеров – это моя ситуация. Напомню, что с 2007 года по 2012 год я была депутатом парламента Санкт-Петербурга. С целью оказания на меня политического давления у меня похитили дочь. Похитителем являлся и является до сих пор, к сожалению, мой отец. Это учитель Путина, автор его диссертации, а также человек, который сейчас, благодаря моим разоблачениям в прессе, является кошельком Путина. Это Литвиненко Владимир Стефанович, напомню, он же совладелец холдинга ФОСАПР, а также ректор горного института. Ну, я думаю, что чуть-чуть подробнее о моей ситуации, может быть, расскажет господин министр, который является моим адвокатом в данной ситуации. Я буду говорить по-польски, потому что русский язык у меня нет хороший. Ольга будет переводить. В вынику зарубно деятельности Ольги Литвиненко в парламенте до Санкт-Петербурга, как и в вынику ее ситуации родительной. Как результат деятельности моей в парламенте Санкт-Петербурга является моя ситуация, скажем так, семейная. Ольга постановила
выехать. Ольга решила выехать. И из России учекла до Польски, где выступила о статус уходцы. Уехала и приехала в Польшу и запросила статус политического беженца. Ну и następnie uzyskała polskie obywatelstwo. И далее получила польское гражданство. Jest to o tyle ważne, że do это dzisiaj Olga Litwinenko tak jak na dany moment na podstawie prawa Federacji Rosyjskiej prawa Rosji jest osobą zaginioną. Является человеком, который пропавший. To jest tak, jakby ktoś poszedł так, do lasu как будто кто-то i nikt nie wiedział, gdzie никто не он знает, jest. Gdzie этот человек находится. Zaginął. Пропал. Ale zarówno władze rosyjskie, a także władze rosyjskie, służby specjalne, i służby specjalne, jak i ojciec Olgi Litwinenko, taki, który ojciec Olgi Litwinenko, oligarcha Litwinenko, który wyrzekł się własnej córki которая с поводов политических отрекся, собственно говоря, от собственной дочери из-за политических мотивов. Bo córka nie mogła akceptować sposobu funkcjonowania sposobu demokracji suwerennej, jak to nazywa Putin, a tak naprawdę rządów autokratycznego prawicielstwa, dyktatorskiego, da, nawet. Dyktatury. Dyktatury. W Polsce Olga... założyła rodzinę. W Polsce Olgi pojawiła się rodzina. Urodziła jeszcze trójkę dzieci. Rodziło się jeszcze trójkę dzieci. No ale Rosja nie dała jej spokoju. Jednak Rosja nie dała jej spokoju. Najpierw i z początku Rosjanie chodzili do sytuacji, która dla mnie jako dla byłego polskiego ministra, posła, bywszego polskiego ministra i adwokata, a także całkowicie deputata, nie zrozumiała. A także adwokata, absolutnie nie za granią pojmowania. Została wezwana do prokuratury w Polsce. Była wezwana w prokuraturę Polski. A kiedy tam już weszła, okazało się, że obok siedzi wysoki funkcjonariusz. A тогда, когда komitetu śledczego Federacji Rosyjskiej. Okazało się, że siedzi wysoki czin służb specjalnych rosyjskich, rядом z prokurorem. Później. Posle. Zaczęto ją nękać. Dalej начали za niej śledzić. W domu pod Warszawą, które zajmowała razem ze swoją rodziną. Doma w okresnościach Warszawy, tam gdzie ona żyła wraz ze swoją rodziną. Codziennie stał samochód. Każdy dzień znajdował się zdjęcia. Jej делали fotografie. Badano sposób życia. Проверяли манеру ее жизни, так как она живет, ее семья. Również jej małych dzieci. Także ее детей маленьких. В przedszkolu, w szkole. W szkole, w dzieckom sadu. To było nie do zniesienia. Это было не до, это была ситуация, которую было тяжело выдержать. Ale однако władze rosyjskie posunęły się jeszcze dalej. Rosyjskie władze poszły jeszcze dalej. Ambasada rosyjska w Warszawie. Rosyjskie posolstwo w Warszawie. Wystąpiły do zaprosu Mazowieckiego Urzędu Obywatelskiego. Do municipalitetu regionalnego aktów gражданского состояния. To jest organ, który regionalnie prowadzi. Regionalny organ, który zajmuje się spis tożsamości obywatelskiej. Zajmuje się rejestrem граждан. Zatajając, że pyta się o obywatelkę polską. Значит, посольство России, не говоря о том, что Ольга является гражданкой Польши. А мówiąc, że tylko пытają się o obywatelkę polską, obywatelkę rosyjską jej dzieci. А только, значит, представляя Ольгу как гражданку только России, а также ее детей. Notabene jej dzieci nigdy, te młodsze dzieci nie były obywatelami rosyjskimi. Ольгины младшие дети никогда не являлись гражданами России. No i niestety. И к сожалению. Polski urząd do spraw obywatelstwa. Polski municipalitet aktów гражданского состояния. Podał nowe dane tożsamościowe, nowe nazwisko. Dostawił все-таки личные персональные данные Ольги Литвиненко и ее детей как граждан Польши. W
Wtedy już rosyjskiej stronie. Rodzina Olgi Litwinenko zaczęła się po prostu bać. Семья Ольги Литвиненко начала просто бояться. Pomimo tego, że zwróciła się do polskich władz policyjnych o ochronę, властей в полицию о охране, о собственной охране. To nie było skuteczne. К сожалению, не совсем все получилось. I wyjechała z Polski. И уехала. Jako polski adwokat, minister spraw wewnętrznych, mówię o tym z przykrością. Jako polski adwokat i bywszy minister MWD, ja mówił o tym z сожалением. Dlatego, że widać wyraźnie, jak służby Putina откровенно видно, как специальные службы, которые miękko wchodzą w systemy prawne krajów Unii Europejskiej. Они вроде как бы в мягкий способ, но входят в правовую систему демократического общества Польши. Naginają prawo. Используют prawo. Być może mają jakichś ludzi, którzy wpełni są im wytrwili. Каких-либо людей, которые работают для них. I nie odpuszczają. I nie перестают этого делать. Olga w tej chwili mieszka w zupełnie innym kraju. Olga сейчас живет совершенно в другой стране. Unii Europejskiej. Европейского союза. W Polsce prowadzimy kilka spraw związanych z nią i jej rodziną. W Polsce сейчас происходит несколько уголовных, несколько дел, в том числе уголовных. Przede wszystkim toczy się ta sprawa z jej семьей. O nękanie, zastraszanie jej rodziny. Уголовное дело о преследовании ее семьи, przez osoby, które to zleciły. Об угрозах, które to miały zlecenie ze strony jej ojca. Które były na które сделано по заказу олигарха ее отца. Ta sprawa już ma данное дело długi уже, bieg. Уже уже очень хорошо известно. I w tej chwili polska prokuratura w drodze pomocy prawnej będzie chciała przesłuchać w ramach międzynarodowo-prawowej pomocy działającą w imieniu jej ojca. Значит, отправила запрос о взаимной в рамках договора о взаимной правовой помощи о допросе моего отца Ольги Литвиненко, то есть олигарха Владимира Литвиненко, а также его подельницы, его ну, его подельников. Сам jestem bardzo ciekawy, мне тоже интересно. Но jednak браку wiarygodności. Когда ну, нет уверенности. Działania służb rosyjskich. Как подействуют службы российские. Kiedy występuje interes oligarchy. Когда с одной стороны есть интерес олигарха. Jak te przesłuchania będą przebiegać. Как произойдет данный допрос. Tam też można byłoby przypuszczać, że tam тоже można допускать w ramach nękania Olgi Litwinenko, что в рамках преследования Ольги Литвиненко с помощью властями России, а также на заказ ее отца. Mogły być czynione przygotowania nawet do porwania mogły jej być dziecka, i mogli być próby похищения ее или ее детей. Sprawą Olgi Litwinenko w Polsce i penetracją polskiej administracji na jej przykładzie. Wniedrienie służb rosyjskich na jej premierie. Już zainteresowaliśmy kancelarię prezydenta Rzeczypospolitej. Kancelarię prezydenta. Sprawą zajmuje się rzecznik praw obywatelskich. Także zajmuje się ombudsman gражданskich praw. No i robimy wszystko, żeby jednak i делаем все Olga для того, Litwinenko чтобы jako obywatelka polska Ольга Литвиненко как гражданка Польши pełną pomoc ze strony Polski, со стороны Польши w obronie jej w ochranie praw człowieka своих прав человека i wolności, a także swobody i zarówno jej, jak i także całej jej rodziny, jej czyli семьи, dzieci, to jest dzieci. Wszystkim. То есть правильно ли я понимаю, что даже не страна, являющаяся Евросоюза, это конкретная ситуация, но мы можем это, наверное, представить аналогично, что, например, даже в Латвии тогда посольство Российской Федерации сделало бы аналог, запросив мои данные, используя закон, и латвийская сторона бы мои данные передала бы российскому посольству, я правильно понимаю?
Ну, безусловно, то есть на самом деле мой пример это просто как вот пример того, насколько сильно Россия внедрилась в европейское сообщество, в европейские страны, и используя то, что в Европе превалирует закон, просто реализует свои корыстные цели. Да. Тем более, что более того, что самое интересное, że tak jak i oczywiście na Łotwie, tak w Polsce. Tak, конечно, i w Latwii, i w Polsce. Polska konstytucja przewiduje, że podmiotem, что предметом praw i wolności obywatelskich jest obywatel. Praw i swobód является гражданин. A państwo, a государство jest gwarantem является гарантом охраны tych praw i wolności. Данных прав и свобод. W przypadku Olgi i dzieci, Olgi i dzieci, Rzeczypospolitej, obywateli Polski, граждан Польши. No jednak однако, doszło do takiego doszło do bardzo swobodnego очень вольного, вольных действий, очень свободных действий властей. Oczywiście wykorzystano do tego umowę. Конечно, используется для этого договор. O współpracy w sprawach cywilnych. O сотрудничестве в гражданских między Polską a w гражданских делах между Польшей и Россией. 96 roku. 96 года. Ale zastosowano przepis, który использовано пункт, который w tym przypadku w danej sytuacji nie mógł spełnić funkcji w stosunku do obywateli Polski. Nie mógł spełnić funkcji w отношении польских граждан. Także Rosja, władza Putina ma wiele instrumentów, władza Putina ma zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Stanach, żeby także w Europejskim Sojuszu, także w Stanach Zjednoczonych działać. Demokracja czy państwa demokratyczne, że demokratyczne государства potrafią się bronić, mogą zachęcać się. Ale однако, służby Putina wykorzystują służby Putina wszelkie luki. Любые возможности, любые лазейки в законодательстве. Спасибо. И вторая часть тоже немного как бы надо было бы не прикоснуться. Сегодня у вас была встреча с министром юстиции, завтра вы будете в парламенте выступать. Вопрос, причина вашего приезда сюда, эти встречи и что вы можете со своим примером помочь или дать сигнал, или может быть даже где-то разбудить или раскрыть глаза для правовых структур нашего государства как европейского государства. Ну, на самом деле, к сожалению, пока еще в Латвии не принят закон Магнитского. Это была одна из тем нашего обсуждения сегодня за круглым столом с господином министром, Ричардом Калишем. Естественно, такой пробел, это действительно пробел, который должен быть восполнен, и мы готовы, естественно, сотрудничать и помогать в этом направлении. Ну и, безусловно, мой пример – это как наглядная живая иллюстрация того, насколько подобное законодательство, насколько подобный закон необходим, потому что именно вот такого рода санкции, ограничения не позволят в дальнейшем въезжать таким, скажем так, криминальным, я не побоюсь этого слова, элементом, как мой отец, как его подельники по компании «Фусагра», которая котируется на лондонской фондовой бирже, чьи акции любой европейский гражданин может купить, тем самым инвестируя на самом деле в развитие путинского режима, потому что отхожу от темы, но тем не менее, да, потому что владельцы компании «Фусагра», так и Гурьев, Антошин и Литвиненко, это те люди, которые ближе к Путину, это кошельки Путина, это те люди, которые поддерживают путинский режим. Это один из тех столпов, на котором зиждется настоящий путинский режим, диктатура Путина, надругательство над правами человека, убийство, когда невинные люди сидят в тюрьмах, это все
это кровь, так сказать, на их руках тоже. И также, ну, пардон, на акциях этой компании. Поэтому, еще раз повторюсь, покупая акции данных компаний. Фосапли ведь это только один из примеров. Есть на самом деле много таких компаний, которые, за которыми стоят абсолютно нетранспарентные личности, на руках которых кровь, на руках которых похищение, в частности, вот как на моем отце, это похищение детей, да, похититель детей. Я, кстати, забыла сказать, что он 3 раза руководил штабом президента Путина, да, это тоже немаловажно, что это за президент такой, которым руководит похититель детей, это страшно, да. Вот, поэтому интервенция российского бизнеса в Европу и в другие цивилизованные страны, которые находятся за границей Европейского Союза, это на самом деле интервенция диктатуры. Они используют любые методы законодательства, также методы, которые выходят за рамки любой правовой системы. Но для России это нормально, поэтому принятие закона Магнитского, принятие санкций, вписание до санкционных списков людей, которые имеют непосредственное прямое отношение к тому кровавому режиму в России, который на данный момент есть, к сожалению, уже больше 18 лет, как я говорю, как одно поколение. Вот, это страшно. И сейчас мы можем реально на это влиять, мы можем помогать, мы можем своими как-то вот своим примером, да, показать, что нужно хоть как-то, но это остановить. И действительно, то, что вот есть такой метод, это на самом деле, я считаю, очень правильно. То есть, как бы, с одной стороны, невинная в Польше легально регистрированная компания, в которую вливаются неизвестно какие, можно сказать, даже криминальные деньги из России, и бизнес или прибыль используется уже, чтобы подкупать чиновничество, или даже, может быть, менять каких-то законов, или даже в Евросоюзе, или идем дальше в Объединенные Нации голосовать, или не голосовать за вопросы, которые России выгодны или невыгодны. Но на самом деле, да, я совершенно соглашусь, что это грязный капитал, это вот совершенно грязных денег, я не побоюсь этого слова, в том числе денег, которые небезызвестны на данный момент, фабрики троллей, которая, кстати, фабрика троллей, это вместе вот с Пригожиным, она начиналась на даче у моего отца в Белоострове. А вот Женя Пригожин, это вот тот человек, который вот сейчас вот, да, там травит людей в своих столовках и так далее, но в мире он известен другим, да, он известен фабрикой тролли. Так откуда Пригожин, кто, как говорится, подвел Пригожина к Путину? Мой отец Литвиненко. Вот, и опять-таки, да, то есть, как я говорю, это грязные деньги, и самое страшное, что эти деньги, они используются ведь для чего? Вот, допустим, в 2016 году открылась Фосагра Балтик Сполкозо, это закрытое акционерное общество Фосагра, но уже в Польше понятно, что самый, скажем так, мозг и мозговой центр находится в Москве, да, но обратите внимание, да, то есть фирма функционирует, вроде бы все нормально. Польша открыта для бизнеса, да, вот как говорил господин министр. Но, однако, мы не должны забывать, что эти грязные российские деньги, они используются, прежде всего, для проведения собственных интересов для России, для совершенно которые не отвечают никаким демократическим ценностям, а также это способ влияния и в том числе интервенцию в политику, в политические круги. Кто знает, может быть, эти деньги приведут к коррумпированию каких-либо политиков. В том числе. Мы не знаем этого пока. Насколько я так понимаю и слышал, что господин министр юстиции Латвии вас приветствовал и с удовольствием будет с вами еще встречаться. И если я так правильно понял, с вашей помощью и закон Магнитского побыстрее может быть принят, и также может быть хороший друг, если я правильно понимаю, у господина министра Билл Браудер тоже может приехать в Латвию, ну, скажем так, на поздравление Латвии с приемом этого закона. Справа Магнитского еще... Дело Магнитского. Раз припомню, что... Еще раз хотел бы напомнить. То был адвокат. Это был адвокат.
który był adwokatem Hermitage Foundation. Firmy prowadzonej przez Billa Browdera, gdzie Bill Browder являлся руководителем. Interesy w Rosji. I on делал бизнес w Rosji. Chciała robić te interesy normalnie, zgodnie z prawem. On chciał делать это нормально, делать бизнес w Rosji normalnie, согласно правовым нормам. Ale to się nie udało. No i mu nie udało. Magnitsky został zatrzymany przez Magnitsky policję. Magnitsky był zadzierżen policji. Prokuratura dała mu sankcje, był aresztowany. Prokuratura dała mu określone obwinienie, on był posażen. I w więzieniu, w areszcie. I w ciemnie, znajdując się w areszcie, on umarł. Dzięki starannemu działaniom i działaniom Billa Browdera. Благодаря очень старательной деятельности Билла Браудера. Удалось się doprowadzić. Удалось привести к тому, что Билл Браудер ма доводы, что Магнитский został замордован. Имеет доказательство того, что Билл, что Магнитский был убит. И до того, но еще лица особ. И также есть перечень людей, которые имели непосредственное отношение к данной смерти. Среди них это чиновники, прокуроры, представители специальных служб Российской Федерации. Билл Браудер постановил не спочить. Билл Браудер решил не останавливаться. Doprowadził do tego, że i действовал далее, чтобы Stany Zjednoczone Ameryka przyjęły tak zwany Magnitsky Act, приняли так называемый акт Магнитского, закон Магнитского, który wprowadził sankcje dla tych osób, konsekwencje которого являются санкции w zabójstwo dla tych ludzi, którzy byli zamieszani w убийстве Магнитского. Nie mogą oni wjeżdżać do Stanów Zjednoczonych. Они не имеют права въезжать в США. To samo jest w przypadku Unii Europejskiej. To samo имеется в Европейском Союзе. W 2009 roku. W 2009 году. Билл Браудер zwrócił się do mnie. Билл Браудер обратился ко мне. Żeby taką uchwałę, чтобы подобный закон, dotyczącą właśnie sankcji dla osób zamieszanych w morderstwo Magnitskiego, против людей, которые замешаны в убийстве Магнитского, przyjął polski parlament. Чтобы подобный закон был принят польским парламентом. Wtedy тогда ja byłem przewodniczącym komisji. Я был председателем комиссии. Справедливости и прав по законодательству и прав человека в Сейме. И таком ухвалом и мы приняли этот закон. Позднее этого рода ухвала została przyjęta в парламенте европейском. Далее такой же закон был принят в парламенте европейском. To wszystko spowodowało, że sprawa Magnitskiego. Это все явилось поводом того, что дело Магнитского уległо нагłośnieniu. Была очень широко известна, стала широко известной. I te metody działania prokuratury. И методы действия прокуратуры, российской прокуратуры. Pokazane na forum europejskim. Были показаны на, скажем так, в публике на уровне, на мировом уровне и на европейском уровне. И как бы в заключении последний вопрос, значит, можем ли мы вас ждать в этом году еще раз и вместе с господином Биллом Браудером? Это было бы честь для нас. Ну и я буду, очевидно, с Биллом Браудером разговаривать на эту тему. Я буду, конечно же, разговаривать с Биллом Браудером на эту тему. Трудно мне в этой хвиле поведеть. Мне сейчас трудно сказать конкретно. Натомиаш, буду его до того намавливать, чтобы он видел отвер. Я буду с ним проводить разговор на эту тему. Дякую большое, господин министр. Ольга, благодарю за ваше время. Я думаю, скоро мы встретимся снова. Спасибо. 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 Денис, скажи, пожалуйста. Слушай.